Болгария извинилась перед Россией за срыв проекта газопровода «Южный поток». Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Бойко Борисов во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем твиттер «Президент Болгарии Румен Радев Прим». Ленты.ру извинился за срыв «Южного потока», благодарен, что Россия не держит зла, старший всегда прощает. Путин: «Меня смущают разговоры, кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить», — написал он. Дмитрий Смирнов, собака Дим Смирнов, 175, 30 мая 2018 года, 15 часов 10 минут. Путин отметил, что Россия и Болгария сожалеют из-за срыва реализации проекта, однако попробуют зайти с другой стороны, через Турцию, турецкий поток, Прим. Ленты.ру, российский лидер уточнил, что общие потери «Газпрома» из-за отказа от газопровода из России в Болгарию составили около 800 миллионов евро, сообщает РИА Новости, мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это, болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта «Южный поток», потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была очень выгодна Болгарии, добавил Путин. Ранее Румен Радев выступил за строительство нового газопровода, который соединил бы Россию и его страну через... Строительство началось в 2012 году, однако в конце 2014 из-за неконструктивной позиции Евросоюза Россия объявила о прекращении работы над проектом. На смену ему пришел газопровод «Турецкий поток» из России в Турцию. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.